под самым куполом амфитеатра. Уже рассвет, но никто никуда не расходится, потому что сейчас здесь, на сцене летнего амфитеатра, артист, который привез лучшие тусовки, автопром цвета баклажан. А также он всем советует ни о чем не жалеть и не сходить с ума. На самом деле концерт Тимати – это как гадание по книге. Ну, знаете, там задаешь вопрос, открываешь книгу на любой странице, загадываешь строчку, читаешь ответ. Работает это примерно следующим образом. Тимати, какую сумку мне купить? Меня очень часто спрашивают: Катя, чем ты будешь заниматься, когда закончится Славянский базар? А я... Лёнь, на какой машине мы приехали? Куда садиться-то? Ты помнишь, что было за машина, а? Делать. Это сейчас съемка через 2 часа, через 2, а я не спала уже 3 дня, 3! Сойти с ума, не жалей ни о чем, глупо. Еще раз только громче. Сойти с ума, не жалей ни о чем, глупо. Концерт Тимати закончился, а у меня еще столько вопросов, столько вопросов. А у меня к тебе только один вопрос. Слышь, ты че такая дерзкая? Следите за новостями на портале городвитебск.бай.